Все, поехали. Сегодня у нас планерочка по новым программам, которые нам компания представляет в 11, 12 и 13 каталогах. И также мы поговорим про квалификацию на менеджерскую конференцию в 2019 году, которая пройдет где? Кто знает? Вчера нас держали в напряжении, но сказали, хотя девчонки догадались немножечко заранее. Да, где пройдет конференция? Кто знает, где пройдет конференция? Угу. В Турции, да, в Турции. У нас не было возможности в 2016 году поехать в Турцию, хотя у нас... это должна была быть золотая и менеджерская конференция в одном, да, было. В Турцию, потому что были там споры у Путина, да, в политике, и закрывали Египет и Турцию для вообще для России. И тогда поменяли вот на Кипр и Сочи. Вот. И у нас в рамках золотой конференции в 2017 году мы были в Турции пару дней. Вот. Так что это не первый, да, визит. Но все-таки классно будет. Вчера посмотрели все отель, вообще шикарный. Сколько там бассейнов, спа-зона, все как бы включено, да, то есть входит в стоимость, не надо дополнительно платить, то есть мне кажется, денег вообще не надо брать с собой, хотя, по сути, я вот, например, на золотую конференцию брала с собой евро, а доллары привезла, потому что евро мы ели на территории тех городов, где мы выходили с лайнера, да, гуляли, была возможность вернуться на лайнер, покушать, да, ну, как бы, время, деньги, поэтому мы кушали там, естественно, национальную еду, да, то есть у меня деньги туда только ушли, ну и магнитики купить близким, вот. Так что едем в Турцию, будем сейчас планировать, да, в общем, расскажу, кто решил квалифицироваться, всем, чем смогу, помогу, распишу план, да, покажу, как это сделать, ну, от вас только работа, да. Давайте начнем. Тут еще планерочка, кто будет смотреть записи. Я смотрю, здесь уже старички, которые знают, да, все. Но повторим для новичков, которые будут смотреть в записи. Вот эта лестница успеха. Я думаю, что каждый наставник своему новичку показывает, да, какие возможности компания дает. И что мы все приходим консультантами 0%. То есть у нас нет такого, что по знакомству пришли, да, там сразу же на должность. Ну, как на наемной работе, там, начальника отдела, у нас все начинают с нуля, да, и только от активных действий, только от человека зависит, как он будет расти, насколько быстро и как высоко. Лестница бесконечная, да, то есть выше бриллиантового президента званий нету, то есть премии уже не получите, но доходы всегда растут, потому что растет глубина, потому что под вами развиваются люди, да, соответственно, растет ваш доход. Вот, то есть премии тут классные, все в долларах по текущему курсу. И плюс, как бы, ну, естественно, каждый каталог, каждые 3 недели вы получаете доходы. Вот. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас доходы компании Oriflame. Вот в такой табличке я даю всем новичкам, да, и вы тоже видите, мелькает в чатах, табличка с доходами за 3 недели. Понятное дело, что мы приходим с нуля, с нулевым товарооборотом наши интернет-магазины, их надо развивать. И групповые товарообороты у нас, как и личные товарообороты, считаются в бонусных баллах. Это валюта компании, да, потому что компания представлена во многих странах, в 60 странах мира, везде разные валюты. И вот у компании единая валюта для всех стран, 1 ББ, да. То есть не в рублях считается товарооборот, а именно в бонусных баллах. И, соответственно, с ростом группового товарооборота растет ваш уровень. У всех как бы сетевых компаний есть градации, да, уровни, звания. Также у Oriflame. Ну, конечно же, мы приглашаем на доход 30 тысяч, да, больше директора, да. Ну, примерно старший золотой директор. Вот. То есть ставьте как минимум вот эту цель, а лучше еще старший золотой директор, потому что если будете стабильно держать старшего золотого директора, то на золотую конференцию у вас будет всегда 2 бесплатные путевки. Вот. Ну и, соответственно, доходы. Да, с уровня директора вы начинаете получать долларовые премии. Понятное дело, что на 3% доход небольшой, да, но я всегда, например, своим новичкам говорю,
Представьте, вы открыли магазин, у вас все лежит на прилавках, у вас стоят продавцы, вот у вас перерезаете ленточку, да, у вас момент открытия. Вот это момент регистрации, да, у вас нету покупателей, у вас нету товарооборота. Вы как представляете, что у вас уже на следующий день будут миллионные товарообороты и высокие прибыли? Нет, это все идет, ну как, накручивается, да? А, не видишь презентацию? Странно. Ты с телефона, да? А, вижу, да, с телефона. Ну, может быть, поэтому. Ну, посмотри потом в записи. Как бы тут не могу ничем помочь. Вот. И, соответственно, прибыли мы сразу же в классическом бизнесе не получаем. Потому что что у нас? У нас большие расходы. После того, как мы получили первую прибыль, мы что делаем с этими расходами? Мы несем их в банк, да, покрывать какие-то свои, там, те деньги, которые мы взяли на раскрутку своего бизнеса. Тут этого нету. То есть вы получили на своих 3%, там, 500 рублей, к примеру, вы их уже себе как бы забрали, потратили, там, например, на свой заказ, да, то есть на 500 рублей вы заплатили меньше за заказ. Вот. И, соответственно, вот так вот накручивается, видите, да, по доходам, что с каждым уровнем доход растет. Так что надо развиваться, надо рекрутировать, надо наращивать товарообороты, и, соответственно, будут расти ваши доходы. Вот я хочу рассказать про постоянные программы компании для новичков. Да? Компания вообще любит новичков, как я убеждаюсь в последней, да, каталоге, когда она стала дарить туалетные воды в подарок за заказ 50 бонусных баллов. Сейчас, конечно, отменили, но есть не менее классные программы. Стартовая программа, что нам дает? То есть она состоит из 4 шагов. На каждом шаге надо выполнять одно и то же. Делать заказ на 100 бонусных баллов. И в каждом шаге есть свои подарки. То есть они вкладываются в следующий заказ после того, как вы квалифицировались на шаг, то есть сделали 100 бонусных баллов. Первый шаг надо сделать в течение 21 дня с момента регистрации 100 бонусных баллов. И вы получите в подарок мыло и крем для тела. Второй шаг – это уже серия The One. Третий шаг – тут на выбор либо женская, либо мужская туалетная вода. И либо набор уходовой косметики, да, белой Optimals. То есть она идет вроде антивозрастная с 25 лет. То есть, ну, как бы все знают, что надо ухаживать за своей кожей уже начиная с 25 лет, когда даже морщин нету. Кожу надо увлажнять, это во-первых, да, чтобы морщины не появились. Поэтому ухаживаем всегда и везде, утром и вечером. И шаг четвертый – это wellness, либо мужской, либо женский. Тут я советую прям брать wellness с первого каталога. Если не позволяют финансы, можно собрать заказ и на разницу между ценой каталога и ценой консультанта купить себе продукт wellness. То есть это уникальный продукт, созданный Нобелевским лауреатом. Ну, я думаю, кто знает, что это такое, да, тот поймет, что это на самом деле очень классный продукт для здоровья и правильного питания. То есть обязательно проходите, да, потому что компания вот хочет, чтобы новички за то, что они и так должны делать, да, то есть если ты пришел на доход, то ты должен научиться организовывать заказ 150 и более. Не обязательно тратить из своего кармана, если нет возможности, можно организовать, да, методов много. Вот. И за то, что ты так делаешь, да, учишься этому, то тебе компания еще и подарки дарит. То есть она знакомит с продуктами, с бестселлерами компании. Вчера прозвучал вопрос в чате, да, актив. Кто такая кушка? Кушка – это ку-рекрут. Ну, кушка – это, конечно же, уже такой сленг, да, а так называется это ку-рекрут. Рекрут – это новичок, который сделал заказ. Это называется рекрут. Просто новичок зарегистрированный – это стартер. Рекрут – это с заказом. Стартер с заказом. Ку-рекрут – это новичок, который в течение 21 дня с момента регистрации сделал заказ на 100 бонусных баллов. То есть он прошел шаг 1 стартовой программы, про которую мы сейчас только говорили. Это называется кушка. Почему я про это говорю? Потому что на кушках будет завязана вся Турция, да, как и всегда, в принципе. Поэтому вот это запомните. Кушка – это не новичок с любым заказом, это новичок с заказом 100 бонусных баллов.
Причем такой момент. Если вот у вас, например, в 10-м каталоге есть новички, которые сделали заказ, например, там на 40 баллов, и у них еще не закончился 21 день с момента регистрации, потрясите их, да, потрясите, расскажите им, например, про заказ на 50 баллов и какие классные программы дает этот заказ, да, какие подарки. И он сделает, в этом каталоге добьет до 100 баллов, будет у него пройден шаг один стартовой программы, и вам засчитается эта кушка уже как квалификацию на Турцию. То есть, несмотря на то, что он зарегистрирован в 10-м каталоге, считается кушка по тому каталогу, где он сделан, да, где добит до 100 баллов. Это понятно, надеюсь. Вот, обязательно запомните, что такое кушка, это важно. Так, компания выдвигает, да, и продвигает, пропагандирует параметры, которые влияют на рост, да, такие вот факторы роста. Это процент рекрутирования, процент конверсии, процент активности. Кто сейчас учится в ГУР, да, про это мы говорили очень много и высчитывали не только на ГУР, да, то есть это постоянно эти цифры мелькают. То есть что такое активность? Активность – это количество человек, которые сделали заказ в числе БАК. Что такое БАК? Да? База активных консультантов. Это за последние три каталога люди, которые сделали заказ. То есть человек может, например, в этом каталоге сделать заказ. Ну, например, три каталога. Да? В первом каталоге сделал, во втором не сделал, в третьем не сделал. Да? Он, вот этот человек, даже он три каталога не все сделал заказ, он засчитывается в БАК. И чем больше баг, соответственно, тем стабильнее, да, будет ваш рост и, соответственно, ваш бизнес. Вот. Ну, естественно, конечно, круто было бы, если баг делали каждый каталог, да, заказ, а не так, что... Ну, у нас 80% в структуре потребители, поэтому, ну, никто их заставлять не может, да, делать заказы, они покупают себе по необходимости. Вот. Поэтому должна быть активность 70%, тогда вам рост обеспечен, да. То есть, если у вас баг 100 человек, да, то, соответственно, 70 человек, 70% должны сделать заказ в каталог. Вот у меня, например, по последнему каталогу активность 61%. То есть у меня 61 человек из 100, да, но у меня баг больше, 61% из 100 сделали заказ. Дальше, конверсия. Вот это очень важный показатель, и он у нас очень низкий. Тут речь идет о, во-первых, выборе, правильном выборе целевой аудитории. При регистрации смотрите на своих кандидатов. Видите ли вы в них людей, которые хотя бы смогут, захотят сделать заказ? Видите ли вы в них это? Не говоря уже о бизнесе, потому что вот присылают ссылки, да, и смотришь на людей, понимаешь, что вот, не знаю даже, как сказать, то есть не надо регистрировать всех подряд, потому что это будут висяки, да, и потом астмы компании мне пишут: Екатерина, почему у вас так много новичков и так мало с заказом? Или на встрече, например, да, меня астмы спрашивал. Я говорю, потому что регистрируют всех подряд. То есть по ним даже видно, что не заказ не сделают, а регистрируют все равно. Вот, и конверсия должна быть 60%, то есть больше половины людей, зарегистрированных, должны делать заказы. Если такого нет, роста не ждите, да? Что на это влияет? Выбор целевой аудитории и, соответственно, что-то у меня пальцы не в ту сторону. И, соответственно, второе – это включение новичка. Да, правильное включение новичка, утепление с новичком. То есть не надо с ним общаться как робот, не надо с ним давать ему очень много информации сразу, потому что новичок – это ребенок, да, который учится читать, к примеру, там, или учится ходить. Когда вы его там перегружаете, он устает, он начинает хныкать. Также и новичок. Давайте ему порционную информацию. Утепляйтесь с ним, общайтесь, давайте, рассказывайте о себе, спрашивайте о нем, задавайте наводящие вопросы. То есть будьте с ним как вот, ну, с приятелем, да, пусть не с подружкой, а просто с приятелем.
человек к вам будет расположен, к вам потянется, и, соответственно, будут у вас приятельские отношения, ему будет уже как бы сложно, ну, не то что отказать вам, да, как бы, ну, вот по мне, например, да, было бы стыдно, когда ты зарегистрировался и просто слился, да, у меня вот, например, совесть заела бы, вот. Поэтому, например, новичков у нас 20, да, в ПГшке, и из них 12 сделали заказ в каталог. Вот это будет классно, вот это будет хорошая конверсия. Естественно, конверсия, если будет 100%, то это вообще круто. Ну, понятное дело, что если у вас 2 новичка и один сделал заказ, и у вас конверсия 1 на 2 делим, да, 50%, то это ни о чем не говорит. То есть, ура, ура, у меня конверсия 50%. Ну, у вас 2 новичка, тут о чем речь может быть? Вот, поэтому, как всегда, да, большой красной, жирной красной нитью проходит слово рекрутирование. Массовое, в большом количестве рекрутируем, чтобы было много регистраций, среди которых будут выявляться те, кто будет делать заказы и становиться активными. И, конечно же, процент рекрутирования, да, что такое процент рекрутирования, как он считается, это количество рекрутов. Кто такие рекруты? Это стартеры с заказом, да, с любым заказом. Количество рекрутов по отношению к БАК. То есть у нас есть БАК, и сколько людей в этом БАКе рекруты? Кто сделал заказ из новичков? Вот. То есть процент рекрутирования должен быть 15%. У нас он 7, по-моему. Вот. И поэтому, то есть если БАК, например, 100 человек, да, то 15 новичков должны быть заказы. Тогда вот у нас будет опять же рост. Вот если будут у нас такие показатели, Катюша, я скоро уже закончу. Просто в 11 часов здесь планерка гуровская, да, вот я быстренько сейчас расскажу. Если у нас будут такие показатели, как нарисованы на бочонках, да, соответственно, у нас будет рост. К этому надо стремиться. Если будет больше, то это будет еще круче. Поэтому все понятно, девочки. Ну и вчера вы видели в презентации, да, которую нам показывали от компании на прямой трансляции, что фактор роста, формула роста – это постоянное рекрутирование плюс активный БАК, да, чтобы БАК был активен на 70% и более, чтобы 70% человек делали заказы, каждый каталог. То это будет рост вашего бизнеса. Вот это вот очень важно, да, опять же, рекрутирование, постоянное рекрутирование, каждодневное рекрутирование. Если вы сегодня порекрутировали, а завтра не порекрутировали, а потом говорите, что у вас регистрации нету, откуда они будут? Не будут регистрации, если нету каждодневного рекрутирования. Находите время, не ищите отговорки, не ищите отмазки перед самим собой, да, что вот у меня там то, сё, пятое, десятое. Это неинтересно, неинтересно. Ну, потому что если есть возможности, да, грех ими не воспользоваться и сидеть и отмазываться от самой себя какими-то там, ну, реально глупыми вещами. Смотрите, с 6 августа, да, с нового каталога, с 11 началась новая акция, кампания по приглашению на строение в деталях. И, конечно же, есть условия для новичков. Туалетную воду уже не дарят, кто не успел, тот опоздал. Вот. И для новичков с датой регистрации с 25 июня по 4 августа, то есть это 10 каталог, да, те, кто еще успеет сделать 50 баллов в течение 21 дня, то есть у некоторых перешло, да, 3 недели на этот каталог, они смогут получить водичку. Сразу же в этом каталоге, как сделайте 50 баллов. А для тех, кто зарегистрируется в 11, 12, 13 каталогах, условия те же самые, только без воды. Да? Размести заказ на 1000 рублей в течение 72 часов с момента регистрации, тогда доставка и регистрация будут бесплатны. Регистрация 149 рублей – это то же самое, что купить дисконт. В ленте покупаешь 5% за 200 рублей. У нас покупаешь 20% пожизненно на весь ассортимент, плюс систему построения бизнеса, плюс наставник. Да, наставник, который всегда поможет, всегда что-то наболтает, подпнет, вот, поддержит. Ну и, конечно же, стартовая программа, да, если в течение 21 дня 100 бонусных баллов, то получишь набор мед, молоко и мыло. Вот. Ну, то есть делаем, естественно, акцент на стартовой программе для новичков, потому что это важно для Турции.
не говорим, что сделай заказ, купи хотя бы мыло. Это вообще бред полный, да, это вот если сейчас об этом говорить, что хотя бы купи там на 1 ББ. Зачем такие люди нужны в команде? Один ББ он сегодня сделал, один ББ в следующий каталог, и сколько надо таких один ББшников, да, для того, чтобы выйти на уровень хотя бы директора. 7500 человек. Надо вам это? Не надо. Поэтому учимся сами делать личный товарооборот и учим своих людей. Вот я сделала так, почему ты не можешь? Если ты так не можешь, сделай по-другому. Да? Сначала изучите все методы организации личного товарооборота. Так, поехали дальше. Ну, у нас жаркое лето продолжается, да, и компания снижает цены. Еще от тех цен, которые уже снижены, да, еще снижает на 20%. То есть у вас 20% скидка, плюс еще цена снижена на 20%. То есть ваша выгода получается 40%. То есть практически за полстоимости вам отдают классные брендовые продукты. Обращайте внимание, пожалуйста, на ценники в каталоге. То есть цены сейчас, очень много скидок, помимо вот этих, да, голых цен. Очень много скидок на такие классные продукты. Я делала обзор в каталога в чате Telegram. Кому интересно, я могу скинуть канал, да, я его перекинула. То есть вот открываешь, и реально глаза расширяются от того, насколько компания щедрая и какие она классно делает подарки. Вот здесь летний пример клуб. Почему-то мне кажется, что за 100 бонусных баллов 5% уже не начисляют. Вот, кто-то меня еще спрашивал в личку, да, что у новичка не начислено. А почему все-таки это как мелькает в чатах, мне пока непонятно, да. Но я точно знаю, что вернули 10% кэшбэк за заказ от 150 баллов, это 100%. По поводу 100 баллов я еще уточню, задала вопрос, пока никто не ответил. Вот, но то, что ты делаешь заказ на 150 баллов, раньше платили 5%, сейчас платят в два раза больше, 10%. Соответственно, это примерно около 1000 рублей к вашему доходу. То есть обязательно учитесь делать доходный заказ. Да? Условия компании на получение дохода, повторяю, это заказ на 150 баллов и более. Сделали заказ в каталоге, получили доход. Не сделали, не получили. То есть надо учиться делать его регулярно, каждый каталог. У вас не должно быть проблем, откуда мне взять 150. Научитесь организовывать, и у вас будет уже к первому дню каталога заказ в корзине лежать на 150 баллов. Вам остается отправить. То есть это несложно на самом деле. Я это говорю не потому, что там кто-то подумает, у тебя, конечно, деньги есть заплатить за 150 из своего кармана. Нет, я тоже организую личный товарооборот. У меня не все себе лично, да. Вот, и организуют девчонки, которые приходят с нуля. 200-300 больше баллов. Вот, поэтому учитесь обязательно, потому что это одна из наших задач в нашей работе. Что получит новичок, да, который зарегистрировался в этом каталоге? Он получит бесплатную регистрацию и доставку первого заказа, да, при условии, что он сделает 1000 рублей, заказ на 1000 рублей в течение 72 часов. Для него это будет 800 рублей. Классные наборы, которые он сможет получить за 199 рублей. Про них я тоже расскажу. Новая у нас акция с этого каталога. Вау-эффект, да? Каждую неделю новые наборы. И в эту неделю прям очень классные продукты. Про них тоже сейчас я скажу. Вот. И новичок сможет поучаствовать, да? Сразу же, как зарегистрировался, он может выбрать себе продукты. Ну и, соответственно, 25 не исправила, 30% выгоды, да. Ну, тут, конечно, складывается, это как маркетинговый ход, но по факту так не получается, да, что 30%. То есть 10% бонус ПК, про который я сейчас выше говорила, он начисляется в рублях, да, а 20% это, ну, уменьшение цены на 20%. То есть у него как бы суммарно получается 30% выгоды. То есть про это тоже надо говорить новичку. Ну и, конечно же, он получит при прохождении шага 1 подарок, да, по стартовой программе. Мед и молоко, мыло и крем для тела. Вот, обязательно всем своим новичкам в первый день после регистрации про это рассказывайте. Они должны это знать. Вы их информационный наставник, и вы обязаны рассказать то, что им дает компания. То есть, если вы не расскажете, то вы не информационный наставник, вы просто так зарегистрировали человека, да, и он все свои подарки промохал.
Так, вот вау-эффект, да, все уже посмотрели в чатах эту картинку. Классные продукты за копейки. Я считаю копейки. Вот это классное мыло. О, мыло, крем для рук. У меня мама заказала 4 штуки. Оно вообще не липкое, вообще, ну, классное. Я себе заказывала вчера свой любимый аромат когда-то. 3 года назад я только была на нем, да, им пользовалась, не изменяла. Потом вышли другие ароматы, попробовала, мне понравилось. И это стало душить. Сейчас я купила себе вот этот флакончик маленький, да, 279 рублей, минус 20% еще. И наслаждаюсь. Вот сияющая пудра классная, да, то есть лицо реально становится прям высветленное, ну, очень структурированное, как бы классно. Ну, если, естественно, правильно этим пользоваться. Матовая помада, прям берите, закрывая глаза, потому что это, я считаю, одна из лучших помад вообще в компании. Ну и мальчишек своих, естественно, порадуйте туалеткой, либо маленьких мальчишек, да, туалетной водой, тачки. Мне Ромка больше, конечно же, вот эту водичку любит. Ну и мыльцы. То есть это ограниченная акция до 11 августа. Следующей неделе будут уже другие продукты. Не забываем включать в заказ сумку, да, код вот вы видите здесь 29962. Сумочка будет через плечо, моднявая, такая же по качеству, как и косметичка, которую мы в прошлом каталоге получили. Обязательно не забываем. Я еще напомню, да, то, что в конце каталога многие пишут, что я забыла. То есть ты сам заработал себе подарочек, да, ну 199 рублей, я считаю, это подарочек, и, соответственно, пропустил. Вот эту картинку показывать обязательно своим новичкам, да, прям скидывайте после регистрации, что, сделав заказ, ты получишь бесплатно то-то-то-то, и если сделаешь что-то то-то, получишь набор подарок. То есть эту картинку обязательно скидывать, она есть в чатах. Ну, я про нее уже говорила выше, да, немножко в другом формате. Вот, вот этот, вот эта акция активности, да, в прошлом каталоге мы что собирали? Мы собирали косметичку и сумку, да, в этом каталоге, в 11, 12, 13 мы будем собирать эти наборы. Смотрите, какие они классные, на выбор. То есть какие условия, да, если в 11 и 12 каталогах, там и там, делайте заказ по 50 бонусных баллов, то в 13 каталоге вы закажете один из наборов за 199 рублей. А если сделаете хотя бы в одном из двух, либо в 11, либо в 12, вы получите уже за 999 рублей набор. То есть видите, какая разница? 800 рублей разница. Есть ли резон сделать 50 баллов в каждом каталоге? Естественно, есть, да, тем более 50 баллов – это вообще копье. Вот, поэтому смотрите, какие классные наборы. Я вчера их разглядывала, еще не решила, что я себе возьму. Но прям вот… И смотрите, главное, какая цена, да, этих наборов. 2900, 3190, 2500. По-моему, больше, о, меньше 2000 нету. А нам дают за 200 рублей, за 199. Пользуйтесь моментом и обязательно… Участвуйте в этой акции активности «Выбор за тобой». Так, я спешу, потому что время поджимает. Вот. В этом каталоге опять у нас есть акция реактивации для спящих консультантов. Спящие – это кто? Это те, кто сделал заказ и не делает заказ уже 3 каталога. Ну, есть термин, да, что он уснул. Вот. Покоряя одним взглядом. Опять компания дарит шикарнейшую серию Giordani Gold тушь, да, кто у меня покупал, все приходят еще раз покупают, потому что она реально классная. Щеточка удобная. Я сама не покупала, я все-таки поклонница The One, да. Но я все равно когда-нибудь да и попробую. Вот, смотрите. Надо сделать заказ единовременный за один раз, да, на 1200 рублей с 5 августа по 25, да, в течение 11 каталога. И в подарок получите ультраудлиняющую тушь для ресниц Giordani Gold. Вот, то есть надо всем писать консультантам, то есть вы, у кого уже есть команда, у кого уже есть структура, берете и пишите всем, кто разместил последний заказ до 2 июня включительно. То есть можно это сделать через бизнес-приложение, да, но об этом мы поговорим еще в чатах, как это сделать и что писать. То есть обязательно надо оповестить, ну, люди как бы мало кто знает, мало кто находится в чатах, да, особенно потребители. Может, они захотят тушь, да, а заказать на 1200, это, мне кажется, вообще… Я даже не знаю, да, там шампунь, зубная паста, гель для душа, там мыло уже 1200, да, ну и там еще что-то можно посмотреть, там, в зависимости от баллов. Вот, то есть обязательно расскажите и сами воспользуйтесь, если вы спящий консультант.
Так, и вот такая классная акция, да, вчера, конечно, рассказывали про подарки, у меня так все расширялись глаза. То есть компания по приглашению, да, это продолжение той компании, которая у нас, что там у нас было? А, ну, настроение в деталях, да, когда у нас бесплатная доставка и бесплатная регистрация. Вот, тут есть условия для рекрутеров. То есть, если вы нацелены на Турцию, то вы будете рекрутировать, да, вас новички будут делать заказы, и, соответственно, вы с легкостью будете набирать спонсорские баллы. То есть, один балл вашего новичка равен одному спонсорскому баллу. Вы их копите в течение трех каталогов, 11, 12, 13, и потом обмениваете на подарки. Какие тут подарки? Тапочки за 100 баллов, фен, да, вот я бы фен себе взяла. Набор полотенец и халат за 200, за 500 плед, классный плед, вчера его показывали в ролике по прямой трансляции, да, как он такой вязаный, хороший плед, приятного цвета. Что-то мне надо было воду с собой взять, быстро говорю. И прибор для ухода за лицом, то есть какой-то там крутой Philips. А за 1000 баллов вы получите Тогас, но ну, это известное постельное белье, да, как бы фирма Тогас. Оно вот качественное, оно натуральное, оно дизайнерское, то есть это не какое-то там массовое, да, производство. Вот, мне кажется, вот прям я бы себе взяла его, да, в дом. Первую ночь, да, переночевать на этом постельном белье. И за 200, за 2000 спонсорских баллов вы можете получить телевизор Samsung. Просто за то, что мы рекрутируем, у нас какая цель? Квалификация на Турцию. А по пути, да, рекрутируем, мотивируем новичков делать 100 бонусных баллов по стартовой программе, чтобы они были кушками. Копите, 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 накопили, и вам еще телевизор. Ну, за телевизор, за постельное белье надо будет доплатить, да, потому что это реально дорогие подарки. А за телевизор 1999, то есть, ну, за 2000 рублей получить телевизор Samsung, и он формата не маленького. Вот, даже ради интереса сходить в магазин посмотреть, либо в интернет-магазине глянуть, сколько это стоит, да. А за Тогас, за постельное белье 999 рублей. Вот, обязательно участвуйте, девчонки, потому что, ну, подарки реально крутые. Поехали дальше. Так, продолжается квалификационный период на банкет директоров. Надо в 16-м каталоге выйти на 22%. Вы поедете в Москву на банкет директоров, пройдетесь по сцене, будете вот в такой атмосфере, которая на картинке. Да, я была там 3 раза. Шикарнейшее мероприятие в разных классных местах Москвы. Вот. Обязательно нам надо побывать, потому что вы добились своего первого результата, да, вы директор 22%, старший менеджер, ну, соответственно, надо закрыться, чтобы попасть на банкет. Вы директор, вы получили первую премию, и вам компания дает первый подарок признания, да, это банкет директоров. Также, если вы выйдете на 22%, вы, соответственно, квалифицируетесь на Турцию. Так что обязательно надо стремиться. Также идет квалификация на... Кто-то присоединился, Ольга. Привет, Оля. Идет квалификация в Пальма де Майорка, золотая конференция 2019 года. В 2014 каталоге, это уже скоро, да, надо открыть золотого директора. Тогда вы сразу же, ну и, соответственно, закрыться, да, 8 каталогов продержать этот уровень, и вы попадете на золотую конференцию в Пальма де Майорка. Недавно смотрела сторис у какой-то у блогера, не помню имя, да, и у него в актуальном была Пальма де Майорка, то есть я там залипла, там очень красиво, там вообще ну, что-то невероятное, да, надо обязательно туда будет свозить и семью тоже. Вот, поэтому обязательно проходите квалификацию, стремитесь, если не попадете на золотую конференцию в Пальма де Майорка, то обязательно в 2020 году будет другая квалификация, да, и будет время сделать золото. Так, приехали к Турции, да? Менеджерская конференция 2019 года будет в Турции, да? И я вас приглашаю стать участником 5-й менеджерской конференции Oriflame. Давайте вспомним, какие у нас конференции были.
В 2015 году это Египет, в 2016 Сочи, да, вместо Турции, опять же, повторюсь, в 2017 году это Болгария, в 2018 году вот недавно приехали менеджеры с Хорватии. И в 2019 году будет Турция, шикарнейший спа VIP отель в Сиде, да, называется Starlight Resort. Вот, и девочка вчера скидывала в чат, она говорит, что мы там были, и я, говорит, у меня, говорит, аж челюсть отвисла, но они как-то были, как я поняла, проездом, то есть они не целенаправленно туда поехали, а так получилось, что то ли их, у них отель поменяли, не знаю подробности, не помню, вот, и она говорит, что очень крутой отель, и, ну, я, говорит, была шокирована, что компания в такой крутой отель везет своих менеджеров бесплатно. Вот, поэтому нам надо там быть все вместе. И давайте посмотрим вообще условия, какие должны быть, какие условия должны быть выполнены. Квалификационный период, как всегда, 8 каталогов с 11-го, то есть уже квалификация идет. В этом каталоге уже надо выполнить условия необходимые, да, и заканчивается первым каталогом 2019 года. Какие условия? Нужно выбрать тот уровень, который максимально был в вашей истории с момента регистрации. Если вы, например, сейчас подупали, да, ищем максимальный. Вот. Надо повторить достижение количества раз, которое прописано в следующей табличке. Да. Обязательно быть приглашающим спонсором двух лично приглашенных курекрутов. То есть две кушки делать, у вас должно быть два новичка за заказами 100 бонусных баллов. Но вы же понимаете, да, что если новичок ваш сделал, например, заказ на 60 баллов, у него нет пока возможности квалифицироваться до конца, то есть он говорит, ну, нет у меня средств, да, вы предлагаете ему, естественно, собрать заказ, разослать рассылки по, там, например, Viber, WhatsApp или еще что-нибудь сделать, да, там еще кому-то предложить. Если у него там, ну, что-то не получилось, ради квалификации можно добить самому, да, самому добить 40 баллов, вот. Организуй постоянно приглашение квалифицированных рекрутов, то есть должно быть и у себя лично два квалифицированных курекрута, да, и плюс еще в ПГ должно быть определенное количество кушек, чтобы прошла квалификация. Это говорит о том, да, что у вас будет прирост, у вас будет рост, соответственно, если вы будете регулярно приводить курекрутов. И, соответственно, в каждом каталоге у нас должно быть 150 личных баллов, да, то есть в каждом каталоге, не в том, в котором, там, например, вы подтверждаете уровень, а в каждом каталоге 150. То есть эти условия уже устаканились, скажем так, да, начиная с Сочи, поэтому они не меняются. Какие же условия по уровням и по количеству курекрутов? Условия очень простые. Даже на Египет, на первую конференцию, были сложнее условия. Это условия, как на Сочи. То есть для тех, кто, например, пришел только что, консультант 0%, да, ему надо всего лишь за 8 каталогов сделать 25 кушек вместе с командой. То есть у него будет все равно команда какая-то, да, то есть кто-то захочет тоже присоединиться в течение 8 каталогов тоже на Турцию, он тоже начнет делать кушки, да, и вы команда будете делать уже вот эти 25 кушек. Но если человек один, да, то ему придется одному пахать, если он хочет поехать бесплатно отдохнуть за счет компании на берег моря. Вот. Поэтому сейчас, секунду. Поэтому давайте посмотрим условия, да, то есть выбираем максимальное количество, максимальный уровень в истории, например, вы были 12%, да, вы должны выйти на уровень 18%, то есть вы людей приглашаете, курекрутов, вы определенное количество, да, у вас, соответственно, идет прирост. И сейчас я покажу план, да, я его подробно рассказывать не буду, я могу скинуть уже индивидуально каждому этот план, чтобы вы его придерживались, понимали, как это сделать. Вот. Сколько надо делать кушек в каталог, ну, приблизительно так раскидала, да, чтобы получился выйти на план и получить рост. Вот. Сколько каталогов надо продержать? То есть вы должны выйти на 18% и продержать 3 каталога. То есть быть, например, в 16-м, 17-м и первом каталоге быть на 18% с отрывом.
Вот это обязательно, да? Не просто выйти за счет спонсорской ветки, а быть с отрывом. И в каждом каталоге по две кушки личные, да, вы регистрируете людей со своего личного кабинета. И 30 суммарно за 8 каталогов, 30 курекрутов у вас должно быть. Сейчас посчитаем, сколько это в каталог. 30 делить на 8 по 3, ну, по 4 кушки в каталог. То есть 2 личные, да, и 2 команды. Но 18, на 12% у вас все равно должны быть, ну, хотя бы 1, 2, 3 рекрутера. Ну, естественно, 150 каждый каталог, это обязательно. Ну и, конечно же, для участия, да, это в Египте такого не было. С Сочи пошла такая традиция, быть надо индивидуальным предпринимателем и заключить с компанией договор. То есть сроки, когда надо быть ИП, вам тоже компания расскажет, да, когда вы пройдете квалификацию. Ну вот, смотрите, поехали, да? То есть, если вы 0,3%, вот ваш план. То есть, в 11-м каталоге у вас 350 бонусных баллов. То есть, вы сами сделали 150 и 2 кушки привели по 100 баллов, да? В сумме 350, вы на 3%. И вот так вот, прибавляя каждый каталог по определенному количеству кушек, вы выходите на план 25 кушек за весь период, да, и приходите к результату 15% в 15-м каталоге и держите 4 каталога. 15, 16, 17, 1. Все, вы прошли квалификацию на Турцию. Соответственно, вот на каждый уровень, да, я сделала вот такие таблички. То есть 6% вот такой план. 9% количество кушек не меняется, да, только начальный период 9%, да, 900 баллов. И пошло-поехало. То есть вам в 14-м каталоге, да, надо быть уже пятнашкой. То есть продержать 5 каталогов. 12%, 15%, да. Ну, это я могу вам скинуть в Телеграме, в чат эти таблички. Потому что сейчас нет времени их разбирать подробно. 18%. И если вы открыли 22% один раз, да, и пока как бы не можете до туда обратно добраться, тоже есть условия. То есть все расписано, если его придерживаться, понятное дело, что, например, в этом каталоге не получилось там сделать, например, 4 кушки, да, сделали, например, 3, сделайте в следующем каталоге. Главное, да, скинулечка, главное, чтобы у вас было 2 приглашенные лично кушки. Не делайте на себя 200-300 баллов. Сделайте на себя 150, чтобы получить доход со своего номера. И вниз, в самый низ ветки зарегистрируйте кушку. Да, если у вас, например, лишние 100 баллов. У вас будет уже помощь, ну не помощь, как бы себе помощь. То, что вы сделали себе курекрута. Если, например, у вас не хватает. Да, если у вас и хватает, все равно сделайте на себя 150. И если есть лишние баллы заказа, да, сделайте 100 баллов в виде кушки вниз. Вы поможете и своей команде, да, кто-то тоже квалифицируется, и ему в зачет тоже пойдет кушка. И себе поможете. То есть вам не надо будет новичка искать, если вам, например, не хватает до плана, да, а вы сами сделаете, и у вас будет плюс одна кушка. Так, и смотрите, вот, например, да, как вообще проходит квалификация? Вы не должны сами, если у вас есть команда, да, вы не должны сами делать весь объем кушек. Как это делается? Вот вы, например, на 15%, да, к примеру, ваш план за каталог сделать 4 кушки. Вот по тому плану, который синенький, да, я расписала. Но под вами есть партнер, который тоже решил квалифицироваться, и он сейчас на 6%, а у него план 2 кушки. То есть вы с ним договариваетесь, давай идти вместе, давай работать вместе. То есть вы заинтересованы, и новичок заинтересован, там, либо партнер, который хочет попасть на конференцию. Вот. Вы ему говорите, с тебя 2 кушки, то есть ты регистрируешь лично 2 кушки, да, и я доделаю как бы в ПГшечке еще 2 кушки. Вы можете зарегистрировать под партнера своего новичка, да, и на него сделать 150. Ну, не новичка, а хомяка, да, как мы его называем, там, родственника зарегистрировать и на него сделать 100 баллов.
А у партнера уже будет, он сделал там, например, две кушки, у него будет уже три, то есть план плюс один. То есть не делайте под себя эти кушки, потому что многие делают под себя. Вы команде своей не помогаете. У вас внизу может человек быть, которого не хватает там до плана 2-3 кушки, а вы делаете ее под себя. Не думайте о себе. Если вы хотите поехать командой, да, то вы должны думать мозгом лидера, вот, что под вами есть люди, которые хотят. Даже если под вами нет людей, которые хотят, все равно регистрируйте кушек вниз. Если, например, получается так, что партнер, ну, не смог сделать две кушки за каталог, да, возьмите, например, с ним договоритесь, да, если вы решили, вот реально решили квалифицироваться на Турцию. Не так, что вот я сейчас первый каталог еду, 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 а в итоге потом через два каталога сдуваетесь. Это не работа, у вас результата не будет. Так же, как, например, в рекрутировании. Вы рекрутируете, потом через какое-то время, а, что-то мне лень, что-то мне там некогда, ой, пойду я лучше что-то другое поделаю, да, постоянно ищите какую-то домашнюю работу, лишь бы не рекрутировать, вот. То это, нет, даже не начинайте. То есть, если вот есть возможность, да, вы понимаете, что у вас такого может быть, то лучше нафиг, не начинать. Вот. И, соответственно, просто с ним договоритесь. Вот давай по 50 баллов, да, сделаем заказ. Либо ищите тех новичков, которые зарегистрировались, но не сделали кушку. Например, сделали на 20 баллов, добейте за них по 40 баллов на их номер, да, продукта. Вот. Если у вас, например, есть свободный балл. Естественно, надо крутить педали и учиться, и стремиться зарабатывать больше ЛТО, чтобы раскидывать их по кушкам, если вы нацелены, опять же говорю, на Турцию. Поэтому понятно, да, девочки? Если есть вопросы, задавайте в чат, я по ходу буду отвечать. Хотя у меня уже последний слайд. И смотрите, продолжается юбилейная премия, да, то есть она продлена до 4-го каталога 2019 года. То есть вам надо 14, 15, 16, 17. В 14-м каталоге надо открыть звание директора, как минимум, да, чтобы до 4-го каталога закрыть. И получить дополнительно к долларовой премии еще премию 50 тысяч рублей. Ну, согласитесь, круто, да? Не просто 1000 долларов получить, а еще 50 тысяч сверху. Вот. И, соответственно, вы квалифицируетесь и на Турцию, квалифицируетесь и на банкет директоров, и будете еще получать доход, да? Как минимум 30-ку. Вот. Девочки, я все быстро-быстро-быстро с этой заминкой пробежалась по всем новостям, которые компания нам объявила вчера. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Нет. Адреналин закончился, то есть все. Кто не успел, тот опоздал. Вот. Сейчас остается только премия и Турция. Какие-то есть еще вопросы? Если что-то появится, не успели задать в чате, задавайте на планерке, да, задавайте сразу же в чате командном. Не в личку мне пишите, а задавайте в командном чате, потому что, я всегда говорю, задавайте в чатах, потому что есть люди, которые задать боятся, стесняются, там, не знаю, думают, что он глупый вопрос, и молчат. А вы задали, я ответила, да, или кто-то ответил, и он получил ответ. Ну, люди разные бывают, кто-то стеснительный, да, вот, поэтому жду ваших вопросов в командном чате в Telegram. Если больше вопросов нету, спасибо, что пришли, будем заканчивать, работать, то есть квалификация уже началась, сейчас я все скину, всю информацию, секунду, свекровь звонит, у меня ребенок на дачу у родителей, вот, все, будут заканчивать, и все вопросы, пожалуйста, в чат, там уже все обсудим, все, всех пока, всем пока, всех целую.